Уже в который раз ты вынуждаешь меня это делать? Это жестоко, бабушка. Ты пойми, Балди, я не злая, нет. Просто это ты плохой мальчишка. Бабушку не слушаешь. Я не веду себя плохо. Это у тебя неадекватная реакция. Я забочусь о друзьях, и они ждут меня. Ну вот, ты опять говоришь нехорошие слова про бабушку. Плохой мальчик. Немедленно поднимайся к себе в комнату и приступай к учебе. Твои лучшие друзья книги ждут тебя. Синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы. Неужели это все пригодится мне в реальной жизни? Сомневаюсь. Лучше бы учили, как выкручиваться из сложной ситуации. Ладно, я уже не раз сбегал от нее. Дверь — это не преграда. Можно выйти через окно на первом этаже. Проблема только в том, что лестница скрипит. И она услышит, как я спускаюсь по ней. Может, съехать по перилам? А что? Хорошая идея. Вот где гений спрятался. Я и без учебников выживать умею. Я что-то не поняла. Чем ты тут занимаешься? Катаюсь. Я сколько раз тебе говорила, на перилах нельзя кататься. Штаны протрешь. Думаешь, я их не протру, сидя за уроками днями напролет? С бабушкой спорить решил, значит. Пора тебя проучить уже, наконец. Я буду жаловаться. Ты не оставляешь мне выбора. Я сделаю из тебя человека. Садись и делай уроки. Я ее перехитрю. Бабушка, я не могу делать уроки. Я кушать хочу. На голодный желудок не думается. А ты дверь заколотила. Придется открыть и накормить меня. Минуточку. Вот, как раз тарелка пролезет. Садись, делай уроки, а я пойду приготовлю еду. Как там писал поэт? Вскормленный в неволе орел молодой. Жаль только, этот орел не умеет летать. Нужно придумать, как спуститься вниз, пока она не вернулась. Я могу помочь тебе спуститься на первый этаж. Ух, напугал. Кто ты такой? Я мультяшный кот. Разве по мне не видно? Возможно. Правда, странно как-то. Я разных монстров видел, но они все были настоящие, нерисованные. Ну, чего только в этом мире не бывает. Я и сам, конечно, не могу объяснить, каким образом я ожил, но разве это важно? Я живой, и это самое главное, и тоже вполне настоящий. Вот, можешь потрогать меня, я материален, как и ты. Трогай, трогай, не стесняйся. А ты добрый? Добрее меня не бывает на всем белом свете, мальчик. Разве я только что не предложил тебе помощь? И ты правда можешь спустить меня вниз? Правда, правда, но с небольшим условием. За все в этом мире нужно платить. Ничего не бывает бесплатно. Чего ты хочешь взамен? Душу, твою маленькую душу. Чего? Ненормальный, уходи отсюда. Да ладно, я же шучу. Я не сказал тебе, что я еще тот шутник. Ну и шуточки у тебя. Так чего ты хочешь на самом деле? Маленький пустячок, малюсенький-прималюсенький, чтобы ты исполнил одно мое желание. Потом, в будущем. И что это за желание такое? Я еще сам не придумал, но скорее всего это будет что-то незначительное. Идея, конечно, заманчивая. Получить сейчас, оплатить потом. Ну откуда мне знать, что ты не пожелаешь того, чего я не смогу сделать? К примеру, скажешь мне убить кого-то.
Или самому убиться об стенку? Мальчик, ну у тебя и фантазия разыгралась. Фильмов, наверное, насмотрелся. В любом случае, я не могу пойти на эту сделку. Мне кажется, это слишком рискованно. Ты подумай хорошенько, Балди. Только скажи «да», и я мигом спущу тебя вниз. Целым и невредимым. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я ведь не называл своего имени. Ты следил за мной? Может быть, и следил. Но не бойся, в туалете я за тобой не подсматривал. Уходи отсюда. Я не желаю твоей помощи. Ох, как ты ошибаешься, мальчик. Придет время, и ты будешь умолять меня помочь тебе. Запомни мои слова. Никогда! Никогда не говори никогда. Подозрительный этот мультяшный котяра. Эх, жаль, тут Слендера нет. Он бы мне помог. Без всяких условий. Просто так. Балди, я приготовила тебе покушать. Вкуснейшую вареную морковь. Пальчики оближешь. Забирай немедленно, а то остынет. Ну где ты там застрял? Я что, зря старалась? Не испытывай мое терпение. Сейчас же ответь мне. Ты решил устроить голодовку в знак протеста? Сейчас ты у меня попляшешь. Уж я выбью всю дурь из твоей головы. Негодный мальчишка. Сбежал все-таки к своим новым дружкам. Не ожидал я, что ты окажешься рядом и выручишь меня. Я рад видеть тебя, Слендер. Я тоже рад встрече с тобой, Балди. Давно не виделись. Я ведь не просто сбежал из дома, Слендер. Бабушка узнала, что у меня появились новые друзья и не выпускала меня из дома. Разве иметь друзей — это плохо? Ну, это не совсем обычные друзья, это существа. Они кажутся опасными на первый взгляд, но на самом деле это не так. Вот увидишь, я познакомлю тебя с ними. Они тебе понравятся. Мне хватает дружбы с тобой, Балди. Ну ты ведь не против, если наша компания станет больше. Так будет веселей, сможешь дружить и с ними тоже. Ты сам говорил, что тебе скучно. Не хватает друзей, все тебя боятся. Идем. Слышишь? Это гигантер. Он издает такие же звуки. Не нравится мне это все, Балди. У меня нехорошее предчувствие. Это существо настроено недружелюбно. Брось! Я уверяю тебя, гигантер очень добрый. Он и муху не обидит. Привет, гигантер! Ну не злись ты так. Извини, что долго не появлялся. Это все бабушка. Она не выпускала меня. Балди, осторожно! Слендер, успокойся. Гигант не... Балди! Что же произошло с сиреноголовым? Почему он набросился на Балди? Об этом ты узнаешь в следующей серии. Не забудь поставить лайк, подписаться и поделиться этим роликом с друзьями. Ну а пока... пока. Карпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, коммент оставил. Карпик ждет, давай не ленись, подпишись. Карпик ждет, да, yes, о да, детка.